Международный культурный форум проходит в Ульяновске в седьмой раз. Площадкой проведения уже традиционно стал Ленинский мемориал. За два дня форума эксперты культурной отрасли из нескольких субъектов страны участвуют в лекциях, семинарах, круглых столах и книжной ярмарке. На пленарном заседании форума эксперты обсудили как понятные всем вопросы кинопроизводства и книгопечатания, так и более новые проблематики – взаимодействие культуры и бизнеса, роль креативных индустрий в развитии целого региона. Понятие «креативная индустрия» звучит не впервые. О них заговорили на форуме еще в прошлом году. За это время, по словам самого главы региона, возможности креативных организаций удалось использовать в культурной политике. Пример – креативное пространство «Квартал» и скорое открытие бизнес-пространства в Димитровграде. Что хочу в этот раз получить, в том числе и от работы на сегодняшнем культурном форуме? Не третий важный такой составляющий, такой некой скрепы. Это чтобы в это же поверило и само предпринимательство. Чтобы молодые люди, и не только молодые люди, которые занимаются вот этим творческим, активным, почти зарождающимся бизнесом, поверили о том, что мы готовы их поддержать. Чтобы и дальше продолжать развитие данной темы, 2018 год решено объявить годом умных технологий и креативных индустрий. Задумку поддержали и федеральные эксперты. Очень важно, что Сергей Иванович, губернатор, он первый в России, кто использует творческий потенциал, культурную сферу, как часть жизни и развития хозяйства, экономики, для людей, для рабочих мест, для налогов, для зарплат. Это пока в России уникальное явление. В будущем году по плану правительства в активную фазу развития вступят два документа – концепция «Умный регион» и проект «Развитие креативных индустрий». Направления будут реализовываться в непосредственной взаимосвязи и по задумке позволят креативному сектору экономики увеличить темпы роста. Анна Тищенко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.